пик. Ну, это на нервной почве. Да. Не то, что пить будешь. Хотя я не пью, я, честно говоря, придумал сам по себе. Ну, у меня такие бывают, знаешь, стрессовые... Муж, я говорю, так сам, возьми себе в руки. Я говорю, я не могу себе взять руки. Знаешь, я тут 2-3 дня бухаю, а потом все. Вот это я вот месяц, полгода могу не пить вообще. Наверное, не то, что на нервах. Она все на нервах. Как говорил мой покойный дядька, все болезни от нервов, только все. пять от любви. Хотя ты знаешь, вот у нас, допустим, в жизни, вот у меня и отец мой, и свекр, у меня вообще, это золотые люди. Вот я прихожу, говорю, вот я хочу купить себе машину, она собирает. Все, что надо, мы поможем. Вот мы купили себе Феника, купили. Мы купили себе Mitsubishi, а теперь хочу микроавтобус, потому что я понимаю реально то, что у меня с моими детьми тремя, мне нужен микроавтобус. У меня с тёщей тоже нормальные отношения были. Ну, а мужа тоже с тёщей нормально.